становится плохо, остановиться, покатиться. Эпоха интернета отбирает детство. Телефоны, сайты, инстаграм, тикток. Нам, если вам признаться, сегодня честно, это все не ок, это все не ок. Собирать все лайки и просить репосты. Это разве кайф, это разве жизнь? В интернете подружиться очень просто, но хотелось бы в реальности дружить. Не хочу я в сторис загружать свою любовь, ежедневно рассылать директ другим запросы. Хочу радоваться жизни вновь и вновь. Разрешите мне пока не становиться взрослым. Очень сладко, если рядом есть настоящий друг. Не закончится его никогда зарядка. Даже если во всем мире свет погаснет вдруг, только человек скажет да, ты сможешь. Только человек обнимет, тогда страшно. Мы друг на друга совершенно не похожи, и именно поэтому быть рядом очень важно. Не хочу я в сторис загружать свою любовь, ежедневно рассылать директ другим запросы. Хочу радоваться жизни вновь и вновь.